Елутеров снова хочет поставить рекорд России, на этот раз уже по запуску мыльных пузырей. 12 августа, в преддверии дня рождения области, местные активисты задумали большой праздник. Стадион на улице Бахтиярова запестрит яркими красками. В 2 часа дня начнется фестиваль «Холливуд». Также будет множество и других развлечений. Батуты, воркаут, граффити, выступления диджеев, фотозона, различные мастер-классы. Ну а центральным событием станет попытка установить рекорд по одновременному запуску мыльных пузырей. Буквально каждый житель города может прийти, и также гости города им вручат мыльные пузыри. И по одновременным запускам мы планируем это сделать 10 тысяч человек в этом году. Это будет интересно, это будет позитивно. И так приглашаем всех семей, жителей Тюменской области посетить наш фестиваль.